общем, получается, кому какой краски не хватает. А там где-то открытая белая. Лакомка. Третий день масленицы. Пора идти в гости. Вот и старшее поколение решило традицию не нарушать. Ребята из школы «Надежда» навестили участники активного долголетия и серебряные волонтеры. Посетили прекрасное мероприятие, доброе масленичное мероприятие в рамках проекта губернатора добрых дел Андрея Воробьева. Нас пригласили, наших бабушек, пригласили сегодня поучаствовать в этом мероприятии как преемственность поколений. Познакомились, попили чай и, конечно, сделали доброе дело. В этот раз два поколения объединил мастер-класс по приготовлению пряников. После их отправят нашим солдатам на фронт. Изготавливают, кстати, не только сладости, но и вещи первой необходимости. Последнее время 50 штук, 50 пар связала ребятам на фронт, чтобы им было тепло, чтобы они там чувствовали себя как дома, и чтобы пришли живые и здоровые. Мы делали окопные свечи, мы написали свыше 300 писем, мы сделали вот на текущий момент свыше 400 печенек, украсили различные пряники. Мы учимся плести сети, и мы начинаем подготовку к тому, чтобы делать блины. Ребята из 14-й гимназии тоже участвуют в акции. Дима вместе с одноклассниками написал письмо на фронт. Мы участвовали в акциях на 23 февраля. Мы делали открытку. До этого тоже делали поделки и отправляли их. Еще семиклассники осваивают плетение маскировочных сетей. Сначала из специального материала делают раскрученные ленточки. Буду участвовать, помогать ребятам, потому что это дело чести, это защита Родины. Мы на протяжении всей этой недели, с 11 по 15 марта, будем, соответственно, делаем активно это. И количество, ну, чем больше, тем лучше. Не только неделя добрых дел, но и другие добрые акции проходят в округе регулярно. Все они направлены на поддержку бойцов, участников специальной военной операции. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».